Уроки в лицее номер 11 закончились сегодня раньше времени. В школе прозвучала пожарная сирена. За считанные минуты ученики и учителя собрались, вышли во двор и организованно построились. К счастью, тревога была ложной, а эвакуация – плановой. Такие учения, как правило, проводятся минимум один раз в квартал. Сегодня единый день эвакуации в образовательных учреждениях городского округа Химки. И как и в любых учениях, любых тренировках отрабатывается навык у детей, отрабатываются навыки у преподавателей, у персонала, как действовать в чрезвычайной ситуации или в случае пожара. Во двор заехало несколько спасательных машин, а также пожарный расчет. По легенде, возгорание произошло в одном из кабинетов. Сотрудники МЧС подготовили оборудование, развернули напорные рукава и условно потушили пожар. После устроили для школьников показательное выступление и объяснили, как пользоваться огнетушителем. Сотрудники Химспаса рассказали ребятам о своих рабочих буднях и продемонстрировали оборудование. Среди инвентаря – спасательный круг, бензопила, чемодан с медикаментами. Есть даже кусачки, способные переломить толстые металлические прутья. После учеников собрали в актовом зале и показали учебный фильм об основах безопасности. Юлия Куштейко, Дмитрий Бочаров, служба новостей.